Почему я играю за Эбби? Ты что, шторки раздвинуть не можешь? Я не буду стрелять в нее. Я не смогу, почему я за Эбби играю, мать его! Тут я должен за Элли играть. Я не буду стрелять в Элли. Бей ее! В смысле? Почему я за нее играю, мать его? Почему? Попалась! Как? Да вы издеваетесь, что ли? Как я могу вообще руку поднять на нее? Она Томми убила, за что, мать его, он тут при чем? Да вы издеваетесь, разработчики, просто! Молодец! Да, все, хэппи-энд! Вот так должно быть. Молодец, Элли, молодец! Почему переигрываем? Все, должна быть концовка! Элли убила Эбби! Охренеть, просто охренеть, я не знаю. Стой! Пусти ее! Томми! Быстрее! Пиздец! Будь здесь, не дай ей покинуть здание. Бля, они серьезно? То есть... Подожди, а можно вернуться, проверить? Он точно умер? Что за хуйня? Блять, я хуею с этой игры. Просто бац, и нет Томми. Вот так вот просто, да, то есть. То второй главный персонаж, как бы, да, брат Джоэла. А нахуй он нужен? Бам, блять, все, как собаку застрелили. Тупо Игра престолов, ребята. Бля, хуйня какая-то. Окей, у нас два варианта концовки. Они подружатся или убьют, или они оба сдохнут. Давай, стреляй. Стреляй. Ебани меня. Пиздец, она по мышцам, что ли, блядь, мне попадает, и я как броня, нахуй, отбиваю пули своими мышцами. Чё за пиздец? Интересно, если я в сложности сделаю так, что типа враги будут максимально тупыми, Элли тоже отупеет, да? Очень реалистично. Попала! Ай, а в жопу-то зачем? У меня там тоже мышцы. А что делать? Все, конец игры. Давайте на этом мы, блядь, закончим. Все, the end. Тут титры идут. Все. Ладно. Придется увидеть концовку. Эбби! А, да? А, надо что-то другое делать. Да ладно, я отыгрываю, ребят, я отыгрываю, тихо. Ох, бля. Элли, давай, Элли, давай, солнце, ну. Блядь. Ух ты, сука, ёб твою мать. Ай-яй-яй. На, блядь. Бля, стоп. А я думал, так и надо. Короче, вариант с тем, что надо умереть, не получается. Не достало. Я ее реально, я буду ее убивать везде. Как бы один раз мы точно будем при каком-то боссе помирать. Я тебе отвечаю. Ну, потому что она меня раздражает.
жопе в твоей можно спрятаться. Она настолько большая, что там поместится мы все вчетвером. Зараженные. Подожди, бля. Смотри, что сейчас будет. Зараженные мясо. Даваю, даю тебе мясо. Зараженные. Слышь, где мои зараженные? Зараженные, привет. Привет, братан. Хочешь меня куснуть? Да, съешь меня. О, да, съешь меня. Ешь меня, да ешь меня. Ешь меня, ешь. Ешь, ешь меня, ешь. Ешь, вкусно. Вкусно, мясо халявное, бицуху даю. Да, о да, я кайфую от этого, ребята, я от этого кайфую. Ой, мы будем сегодня очень долго играть, видимо, в эту игру, потому что я буду вот так постоянно лажать. Ладно, я просто думала, раз тут есть веревка, я так понимаю, что эта веревка, она для того, чтобы сделать вот так, что если ты вдруг свалишься, у тебя будет подъем. Да, понятно. Я просто несколько туповат оказался, ну бывает. И дальше что? И допустим. И чё? Да слезай ты. Нет! Я так планировала на самом деле. Я и хотела ее убить, как бы, да. Поэтому я просто разбилась. Да. Взяла, потому что, ну да, я могу. Я... А, может быть, подожди. Ты убийца. Ты убийца. Сраная убийца. Только Дину мою не трогай. Она беременна. Ну нахер. Элли, вали отсюда, пожалуйста. Вали. Я буду специально идти очень медленно. Очень медленно буду идти. Правильно. Давай, моя девочка. Давай, проткни глаз. Жопу раз. Вилкой в жопу, в глаз. Куда угодно. Давай, Элли. Не-не-не-не-не. Выходи. Я не буду. Ты чё, игра? Я не буду трогать Элли. Не буду. Да в смысле? Ты какого хера делаешь, игра? Я не хочу трогать Элли. Мне нахер твоя Эбби нужна. Что нужно делать? Бежать, что ли? Или что? Я хер бы знает. Ладно, беги. Перемещаясь бегом, вы сильно шумите. Еще вдобавок. Не да дай какого... ей покинуть здание. Какого хрена я играю за Эбби? Я не хочу играть за нее. Элли, убей ее! Стреляй! Куда ты бежишь? Да попади же! Боже мой, Элли! Чему я тебя учил? Чему учил тебя Джоэл? Пристрели ее! Да почему? Ах ты сука! Нет, только посмейте. Только, сука, посмейте. Я знаю этот геймплей. Отлично, так ее. Еще. Давай, Элли, еще. Еще. Больше. Еще. Молодчина. Это была альтернативная концовка. Ладно, ну теперь придется пройти... Элли, ты...
кресло с комбинатором. Это вообще чё? И, блин, я не могу за ней играть. Дайте выбор. Дайте выбрать бойца. Choose your destiny. Вот это вот всё. Fucking fuck.